Потому что я болела. Сейчас еще такое остаточное осталось, типа, от болезни. А так, ну, уже более-менее. Кошка моя тут, как всегда. Зай, ну? Как всегда, блин, буянит тут. Сразу начинает, вот я завожу трансляцию, она сразу начинает буянить. Ой, ужас. Сырник уступила. Я тоже сегодня сырник ела. Ну, сейчас пока первые 15 минут, как всегда, тут все заходят, 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 заходят. Ой, на вас, блин, что-то пришло. С кайфом. Прикиньте, она опять хочет уйти. Бонь. Ужас. Доброжи. Желатель. Желатель. Короче. Как всегда, сейчас будете молчать, да? Молчать не надо. Не надо молчать. Что мне с ней сделать? Бонь, уходи. Уходи просто отсюда. Уходи. Достала, блин. Так. Что расскажете, мои друзья, коллеги? Что расскажете? Сейчас побольше людей зайдет. Расскажу, что делала вчера. Сейчас, секундочку. Может, меня же слепило. Какой свет лучше? Теплый? Фу. Слава богу, настроила. За все время мне даже никто не помог, мне тут пишут, не написал. Ужас. Уже 8% ушло. Я, короче, мне надо поставиться на зарядку. Потому что у меня сейчас будет разряжаться телефон просто вот так вот. Так. Привет. Блин, что там за окном у меня шумят жестко. Блин, мне кажется, я на вампира какого-то похожа. Я не знаю. Что за белоснежный цвет кожи? Вампириха. Может, в баттл зайти?
Yes. So beautiful. You. Останусь я, пожалуй, без этой женщины. Так, я видела, тут заходил Коди. И тут же вышел, походу.